Анализ оперативной обстановки с пожарами за 4 месяца 2022 года показал, что на территории Асбестовского городского округа произошло 19 пожаров, что на 10 меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего пожары возникали в жилом секторе. Причины возникновения пожара в доме или квартире практически всегда одинаковы. Это неисправное печное отопление, неисправная электропроводка и оставленные без присмотра электроприборы, а также курение в неположенных местах. Так, 8 апреля в 19:51 поступило сообщение о пожаре в городе Асбесте на улице Калинина. В результате пожара было повреждено имущество в квартире, расположенной на 5-м этаже 5-этажного жилого дома. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина 1946 года рождения. По лестничным маршам было эвакуировано 3 человека. В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 11 человек личного состава. Если у вас или у ваших соседей случился пожар, необходимо в первую очередь сообщить в пожарную службу по номеру 101 или 112. В это время диспетчеру необходимо сообщить ваш адрес, возможный объект возгорания, а также свою фамилию и имя. Если потушить пожар самостоятельно нет возможности, примите меры, чтобы задержать распространение огня. Для этого необходимо плотно закрыть все двери и окна в помещении, где начался пожар. Находясь в задымленном помещении, защитите органы дыхания плотной влажной тканью. Пригнитесь как можно ниже к полу. Внизу воздействие жара и угарного газа значительно слабее, и выбирайтесь из горящей комнаты. Помогите детям покинуть горящее помещение. Помните, что малыши, испугавшись пожара, могут спрятаться под кроватью, столом или в шкафу. Помните, что запрещено пользоваться лифтом во время пожара. Уважаемые жители, соблюдайте меры пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких.